Бесперебойная работа всех систем жизнеобеспечения многоквартирного дома в надежных руках. Именно эти люди создают комфортные условия для жизни каждого из нас. Сотрудники сразу двух компаний – Управления жилищного хозяйства и Лифтек – встретились с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым и вице-президентом Торгово-промышленной палаты региона Игорем Шаповаловым. Обсудили ключевые моменты в работе, поделились планами на будущее. Те коллективы, которые работают в этих организациях, они должны быть мотивированы на ту деятельность, которой занимаются, они должны постоянно находиться в контакте с жителями, получать обратную связь и вносить какие-то корректировки в работу, или же наоборот ставить руководству округа какие-то новые цели и задачи, чувствуя, что возникают какие-то новые вызовы. Управление многоквартирным домом – серьезная и ответственная работа. Услуги, которые предоставляют управляющие компании и ресурсные организации, должны соответствовать современным требованиям. Это абсолютно близкая сфера для нас тем, что мы сталкиваемся и взаимодействуем постоянно. Я абсолютно понимаю те проблемы, которые существуют в этих организациях, сколько они вкладывают своего профессионализма, труда и усердия в работе. Тем более они ежедневно сталкиваются с огромным числом людей, которые проживают, которые постоянно требуют повышения качества, абсолютно справедливо. То есть нет предела совершенства и надо все больше и лучше давать сервис. Такая работа требует серьезного внимания, оперативности и ответственности. Гости встречи выразили благодарность сотрудникам ЖКХ за их труд. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».